Да чего же люди до чужого добра жадные пошли? Знаменитые, всеми любимые крылатые фразы. И те самые добрые герои советских мультиков. Сегодня в зале было интересно абсолютно всем. Сейчас я вашего мальчика измерять буду! Вездесущий и любопытный почтальон Печкин, дядя Федор и умный кот, который вечно что-то делит с шариком. Дети буквально не сводили глаз с любимых героев. Актеры театра «Бенефис», который славится именно детскими постановками, на этот раз решил удивить малышей совершенно новым спектаклем – сказкой «Каникулы в Простоквашино». Потому что сейчас в основном дети смотрят мультики иностранные, которые с комиксов там, ну и так далее, иностранные такие. А этот фильм наш, добрый, который мы смотрели в детстве, наши родители смотрели, и вот сейчас мы хотим, интерпретируя, показать это все нашим детям. Детям «Каникулы в Простоквашино», конечно же, пришлись по душе. После спектакля они поспешили на сцену к любимым персонажам, чтобы сказать спасибо за эту добрую сказку и просто за хорошее настроение. Пожалуй, это и есть самый главный показатель того, что премьера прошла на ура. Ну, мне понравилось, как, мальчик приехал к ним, в Новый год. Там было им весело, они наряжали елку. Ну, мне очень понравилось все. Мне понравилось, как Монтронским с шариком ссорились. Михаил Бондарев, Степан Некрасов, новости на ТНТ.